Готовлю сегодня плов у друзей. Правда, со свининой. Морковку уже порубила. Мясо нарезала. Лук уже жарится. Попросили поменьше масла наливать. И как можно меньше зиры. Не знаю. И так без гороха делаю, без махата. Посмотрим, что получится. А так зира есть. Приправы для плова тоже есть. О, вот сколько у нас зиры. Узбекской, душистой. Так, и приправы для плова, да? Вот. Вот здесь приправа для плова. Тут все есть. И барбарис, и куркума. Вот. Так что как-то так. Потом покажу результат, какой получился. Рис тоже не развесной. В пакетиках. Не знаю. Ладно, будем пробовать. И здесь свои нюансы. Так, лук уже почти что готов. Пожарили до золотистой корочки. Теперь можно бросать и морковочку. У меня будет узбекский плов с латвийским акцентом. Вот как-то так. Положила рис. Скоро будет готов. Еще 20 минут. И плов готов. Красота. Надо делать салат. Ну что, плов готов. Не судите строго. Мой узбекский плов с латышским акцентом готов. Посмотрим, как оценят его хозяева. Сейчас нарежу быстренько овощи. У нас есть малосольные огурчики. Я думаю, будет суперчики. Канапис. Я почему-то думала, будет больше людей, чем в прошлый раз. А этот раз почему-то меньше. Это потому, что мы, наверное, сдаться и не пошли. Совсем что-то мало людей. Свет, смайс, биом. Скаст. Куколки. В национальном стиле. Красивые. Ой, такие собачки. Платьицы, халатики.
Подушечки солнышки. Это из льна. Красивые изделия. Шляпы. Кепочки. Забыла. Как эта техника? Эмбро. Техника эмбро. Так, здесь что? Пекарень. Масла. Да, это из стекла, да? Или из пластмассы? Угу, красиво. Вон, это домино в стеклянном стиле. Красиво смотрится. Ну, совсем маленький базарчик вообще, слушай. А почему? И людей нету. А, да? А, ну, может быть, да. А, ну, наверное. О, здесь это из этого. Продукция из меда. Кофе. Вязаные изделия. Labdien! Ko tu jums tik bēdīgi šodien? Takam stīļa nacionālajam. Ahota na volka. Nada papasi strīloj. Ой, какие красивые зайчики. Ой, они сытые. Морковочки вон сколько много. Вон тут красивая бабочка, которая с черными ушками. Эти немножко рыжеватые. О, листики кушают. О, этим жарко спят. Ой, какой черненький. Ой, какой красавчик. Какая прелесть. Беслоухий. Я люблю ее цвет. Да, Visiem svētku apmeklētājiem ir iespēja palūkoties, kā šauj profesionāli loku šāvēji. Tērupas priekšpusē pie lieliem vārtiem kalnu nogāzē. Gotajā brīdī norisinās labāko Latvijas loku šāvēju turnīrs par titulu labākais loku šāvējs Terutē 2022. Где-то проходит соревнование. Мы сейчас шаут от профессионалов, полезно сказать, ar īstiem lokiem pils pakājē. Tie nav modificēti. Konkursa noteikumi mums aizliedz izmantot sintētiskos materiālus. Līdz ar to puiši un meitenes, kas apakšā šauj ar lokiem, iet īsti pēc savām tradīcijām veidoti loki, tak. Kas piedalās turnīrā. Līdz ar to, tu varam pastīties tik profesionāli, un kā izskatās loku šāvēt, un šis turnīrs pils nogāzē. Это амуниция для рыцарей. Так. Pēc 10 minūtēm Ļaviņā sāksies cīnītāju turnīrs. Tā kā visiem, kam interesē sanās cīnas, Ļaviņā, tas šeit? Doties uz turnīru laukumu. Kur ir tas turnīru laukums? Apmeklētājiem, kuri grib redzēt, kā izskatījās Terta 13. gadsimtā,
Pa kāpnītēm dodamies uz otro stāvu, kur mums ir ekspozīcija zāle ar interaktīvu ekrānu, kurā mēs varam redzēt šī gada jaunumu 3D versiju, kā izskatījās tērti pirms 800 gadiem. Nu, varbūt šīnī, a kur te vēl ir pļaviņa? Jāpaprasa. Es nezinu, kurā pļaviņā. O, здесь тоже классные ножи. О, какая красота! А? Skaistas rotas, tās ir manā galvā. Да. Я помню, тебе вот такое какое-то колечко было, да? Tas ir namnīja gredzens, jā. Tas ir sanlatviešu gredzens. Te visi ir sanlatviešu stilā. В национальном латышском стиле. Ну, какой металл? Tas no vara? Bronza un sarkanais ir varš. Aha. Bronza un varš. Man liekas, tev tāds arī bija, ne? Nē. Nē? Nav bijis tāds. Cik tāds gredzeni maksā? Kuri? Nu, šitāds, piemēram. Tās būs 20. Tā ir bronza, ja? Jā. Skatīju, šitas arī smuks. A tas ir sudrabs? Jā. Cik tāda maksā? Kuri? Nu, tas nav mējas mazā.